23 сентября в Омске было объявлено Днем ГТО. Центром притяжения желающих попробовать свои силы в выполнении нормативов стал физкультурно-оздоровительный комплекс на Дианово. Минспортом было принято решение в каждом округе города Омска проводить Дни ГТО. То есть в первую очередь там, где есть объекты крупные, многофункциональные, где можно объединить в один день несколько дисциплин, видов спорта. Такой праздник однодневный позволит привлечь как можно больше обучающихся, учащихся высших учебных заведений к занятиям физической культуры и спорта. Поприветствовать собравшихся и провести разминку пришел двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, который недавно был выбран официальным послом комплекса «Готов к труду и обороне» в Омской области. Разумеется, известный спортсмен и сам не остался в стороне от выполнения нормативов. Это здорово, что у нас в нашей стране возобновили подобный комплекс. И это просто приобщение молодежи, наших детей к физической культуре и спорту. Хорошо, что есть какие-то стимулы для них, да, там такие как дополнительные баллы, там КГ и так далее. Когда я учился в школе, этого комплекса, в принципе, уже не было, и у меня не было возможности сдать. Вот, а сейчас я как только узнал, так с удовольствием, еще до того, как меня предложили стать послом ГТО в нашем регионе, я уже начал сдавать. Но вот я надеюсь, что сегодня я досдам все необходимое. Я тоже буду, как положено, послу с золотым значком. В этот день испытать себя и свои физические возможности решились порядка 300 человек. Большинство из них – старшеклассники, для которых получение золотого знака отличия – не только повод для гордости, но и привилегии при поступлении в вузы. Причем ребята шли сюда с большим удовольствием и интересом, а не из-под палки. Мы пришли сдавать нормативы, очень долго к ним готовились. Мой учитель физической культуры Мария Геннадьевна тренировала нас долго и упорно. Весь прошлый год, и вот наконец-то мы здесь. Безумно рады встрече олимпийского чемпиона. Все нравится. Золотой значок добавляет дополнительные баллы при поступлении. Я ученица 11 класса, и вот уже в следующем году поступать – это очень важно. И баллы лишними не бывают. Стоит отметить, что бодрящая музыка, зарядка с олимпийским чемпионом и выступление творческих коллективов, которые пришли поддержать участников Дня ГТО, превратили встречу не просто в выполнение спортивных нормативов, а в настоящий праздник, который привлек омичей разных возрастов и социальных статусов. Разительно отличается, когда просто на физкультуре пришли, сдали и все. А сейчас торжественные обстановки. Так сказать, вот спортсмены великие поздравляют нас. Но с другой стороны, так сказать, вот торжественная обстановка, красивая. Хорошо, ребятишки видят спортзал наконец-то, да? А то сейчас гаджеты. И почему вы решили выполнить нормативы? Просто попробовать, посмотреть, что это такое изнутри. Вот. Ну и всем своим друзьям рассказать. Увидев такой ажиотаж и интерес, не смогли остаться в стороне и сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса. ГТО – спортивное мероприятие, где спортсмены, которые профессиональным спортом занимаются, должны, в принципе, поддержать это движение. Интересным и запоминающимся стал первый день ГТО. А в скором времени такие же спортивные праздники ждут омичей в разных округах города.